Жесть. Сюда. Люди Девичьего атаковали башню. Кэтрин отвлекла их, а я перебрался сюда. Мы были на волоске от провала. Поднимайтесь. Нужно многое обсудить. Встретиться с Борисом на диспетчерской башне. Че, эта тварь ушла, что ли? Блин, я думал, с ней сейчас будем сражаться. Так, ничего, да, нет. Что-то как-то туманно здесь. Собираем Е-99. Ничего. Какие-то пары издает. Симулятор, аптечка. А, вот сюда. Все по каким-то шахтам, по каким-то шахтам. Не чтобы как нормальные люди в двери заходить. Это дневник Петра Никольского. На каторге 12 разверзлись адовые врата. Мне еще нескольким удалось выжить. Мы перемещаемся под землей, чтобы скрыться от тварей. К несчастью, тоннель завалило. Дальше нам не пройти. Попробуем где-нибудь укрыться на ночлег. Надеюсь, мы сможем переждать это бедствие. Так. Снова заморозка, да? Биоформула. Вы нашли выносливость, увеличение максимальной продолжительности бега. Вот это вот надо. Вот это точно надо. Так, это дневник Павла Федорова. Профессор Коркин попросил отправить к нему одного из наших младших инженеров для помощи в военной лаборатории. Я отрядил туда Гришу Никольского. Он молодой и энергичный. Коркин сказал, что Никольский ему будет нужен для дня на 2-3. Не больше. Это хорошо, потому что срок сдачи моста уже подходит. Так. Идите сюда. Есть разговор. Время поджимает, капитан. Отлично. Удавка.
Еще одна биоформула. Медработник, повышение эффективности аптечек. Демичева становится все туже. Скоро он вас поймает. Идите по этой ветке, она приведет вас в порт. Там вы найдете бомбу Е-99. С ее помощью мы исправим ход истории. Капитан, проход перекрыт. Но если вы спустите... Так, вы нашли ученый. Шанс получения двух технологий вместо одной. Здесь по этой лестнице, то сможете починить кран. Тогда я переброшу вас на ту сторону. Черт, Демичев знает, что вы здесь. Быстрее почините кран, чтобы я переброшу вас на другую сторону. Капитан, спуститесь по этой лестнице и почините кран. Так, шанс получения технологии вместо одной. Выносливость. Давайте выносливость. Где там выносливость? Вот. Есть. И на медработник у нас не хватает. Энергетика, увеличение максимального запаса энергии. Так, железные легкие. Способности, что у нас? Мы только что смотрели способности. Заморозка. Увеличение продолжительности радиуса действия заморозки. Давайте. Все, пошли. Отлично. Так. Снайперскую. Готов. Готов. Держи. Так, я круче снайпер, чем ты. Если почините кран, я переброшу вас на ту сторону. Так, не надо починить кран, значит. Окей. Опа. Ё-моё, граната. Готов. Блин, а почему у меня нет гранат? Они ж так бы пригодились, а? Готов. Тут я, а ты где? Ух ты! Он еще и с дробовиком. Так. Что, с ними покончено, да? Со всеми? Давайте починим. Отлично! Сейчас я подведу кран. Готов. Готов. Отлично. Ребятки, и для вас у меня есть тоже. Держи.
и тебе. Ну где ты? Под обстрелом. Вот иди. Отлично. Так, с той стороны вход. Будьте осмотрительны, капитан. Ты какая-то. Игломет. Орудие Гаусса, стреляющее разрывными иглами перед каждым выстрелом. Игла некоторое время заряжается энергией. И 99. Так, где вы? Блин. Ну, да, прикольно, кстати, оружие такое. Так, ну, на всякий случай я возьму еще автомат. О, нифига вас там снизу. Да чтоб вас, а? Ребята. Что за фигня? Так, ребята, давайте еще раз с вами сейчас расправимся. Да держи ты. Воу-воу. Давайте репся. Еще раз. Сдохни. Ой-ё. Давай перезаряжай быстрее. Thank you.
Так. Сколько у вас тут? Много-то. Покинуть поезд. Так. А, наоборот, найти поезд. Я думаю, покинуть поезд. Отлично. Так, один патрон, да, остался. Давайте заберем снова снайперскую. Аптечку. Ух ты. Ну, держите. Нет? Сработало? Что с тобой? Не бойся так. Все будет быстро. Так, поезд, поезд. Найти поезд. Так. Я попал. Да-да. Очень круто. Ты попал на ТВ. Давайте сюда. Я так понимаю. Так, автомат берем. Ух ты! Ты кто такой? Ты где? Блин, где ты рычишь-то? Жесть. Так, вы нашли добытчик получения большего количества боеприпасов с убитых противников. Ну это в принципе. Да чтоб тебя. Блин, твари здесь сложные вообще. Нажмите Е, чтобы вернуть в реальность предмет. Нифига себе. Так. Так. Понимаю, снова замедлить надо. Возьмем ящик с собой. Не просто же так он здесь. Путь к железной дороге оказался дольше, чем я думала.
Я тоже думал, что будет полегче. Так, замораживалки стоят. Значит, не просто так они здесь. Потому что это глупости, Михаил. Вы напрасно рискуете жизнью этих людей. А вы ждете смерти и ничего не делаете. Но ведь нам слишком опасно. Послушайте, через канализацию мы выйдем к депо. Откуда ты вернулся на поезде в порт? Скажи, это самоубийство. Ладно. Удачи вам, товарищ. Надеюсь, увижу вас и вашу семью на большой земле, друг мой. Так, раз здесь лежал дробовик, значит, он нужен будет, я так думаю. Хотя фиг знает. Когда он нужен был, его не было. Ух ты! Чтоб тебя! Что ж так резко так появился? Ну-ка, и где ты? Ой, ё! Блин, как тебе узнать, где ты появишься-то? Так, 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 так. Держи, держи. Давай ко мне. Блин, ух ты. Так, я не понял. Он сдох или нет? Да. А, нет, это не он. Вроде тишина, значит, сдох. Фу.